Да. Мы с Иваном Зайцевым, самым известным баскетболистом, в общем, волейболистом сборной Италии. Его называют все царем, царем Милана. Я хотел спросить, что из вас осталось русского, что кем вы себя чувствуете? Ну, чувствую себя больше, конечно, итальянцем, потому что я родился здесь, вырос здесь, вся моя семья живет здесь, все мои корни здесь. Кроме моих родителей, которые остались в России, когда в России, мама и папа там, сестра моя живет здесь, в Италии, так что моя семья, часть моей семьи там осталась, вот поэтому я приближаюсь немножко иногда к России. Вы провели блестящий матч с США. Вам не хотелось бы сыграть с Россией? Как вы себя чувствуете? Против почти своих. Ну, я, конечно, хотел. Все надеялись, что финал будет Россия и Италия. Ну да, был такой вариант, да, изначально. Так не сложилось, как бы. Не знаю, что бы было. Не знаю. Конечно, в финале Олимпиады играть против России все время трудно и сложно. И для меня это особое чувство. Так что хорошо, что не случилось, может быть. С какой-то точки зрения. Я тогда хочу только пожелать, что на следующей Олимпиаде пусть будет финал российско-итальянский. Кто победит, не знаю, но победит сильнейший. Спасибо. Постараемся. Спасибо.